Проклятие игр с Мордовией снято. Хоккеисты Автограда смогли одержать долгожданную победу на выезде в Саранске. И хотя счет в первом матче открыли хозяева льда, челнинцы сумели вырвать победу в овертайме. На третьей минуте дополнительного времени отличился Ранис Файзулин. Но можно было предположить, что на вторую игру Мордовия, занимающая первую строчку турнирной таблицы, выйдет с другим настроем. Мы предупреждали ребят, что другая игра будет, что будет все быстро, то есть злые выйдут. Что игра и показала, в принципе. Мастеровитая команда, что говорить, не просто так на первом месте идет, и все свои моменты практически использовали. У нас, к сожалению, не хватает мастерства с катом переиграть. Вот. А так, по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Первый период дружина Мусакаева планировала сдерживать соперников, а во втором начать активное наступление. Однако у игроков Мордовии были свои планы на игру. В первом периоде команда Саранска забросила две безответные шайбы, еще две во втором. Три оставили на заключительный игровой отрезок. На 7 пропущенных шайб челнинцы ответили лишь одной. 7-1 в пользу хозяев. Изменения какие-то поменяли Дубинина на Закорина, ну и защитника там, Гордона. Я не считаю, что это принесло какие-то там большие такие коррективы за счет вот этих перестановок. Там забили 7 шайб. Нет, ну команда немножко по-другому играла.